Лучшие из лучших – те, кто отлично показали себя на муниципальных и 5 зональных соревнованиях детско-юношеского движения «Дружины юных пожарных», съехались на финальное областное состязание в Бутовскую школу номер 1, что в деревне Боброво. Конкурс в рамках фестиваля «Таланты-поклонники» – областной этап одного из этапов фестиваля. Команды уже знакомые, одни и те же попадают именно в областной этап. Подготовка на уровне, мы по России и на федеральном уровне занимаем призовые места. Такие соревнования проводятся в Московской области с 2010 года. На этот раз 5 лучших подмосковных дружин юных пожарных из городских округов Королев, Чехов, Павловский Посад, Дмитров и Одинцовского района приехали побороться за первое место. Вы, участники пожарно-прикладного вида спорта, несете в себе лучшие традиции МЧС России. И с поддержкой МЧС России уверен, что вы не только сегодня покажете свое мастерство, но и последуете самым лучшим традициям ваших руководителей. Вы являетесь носителями очень важных знаний, важной информации. Вы знаете, как действовать при пожаре, а самое главное, вы знаете, как его не допустить. Сегодня в этом конкурсе я каждой команде желаю, конечно же, победы. Юные пожарные участвовали в смотре строя и песни и завязывали на время 4 варианта пожарных узлов. Среднее время, говорит, ну 3,5-4 секунды, ну вяжут и быстрее за 2 секунды, ну там 2,5 где-то так вот можно завязать узел. Ребятам также предстояло продемонстрировать, как быстро они смогут облачиться в боевую одежду. К выполнению упражнения приступить. Аня Орлова из Королева, которая уже 5-й год участвует в подобных соревнованиях, своим результатом осталась недовольна. Хочу переделать еще. Какой результат? Сколько сказали? 25 секунд. 25 секунд. А ты хочешь сколько? Я хочу меньше. Ребята приняли участие в пожарной эстафете. Командам предстояло на время надеть боевую одежду, преодолеть на пути препятствия, размотать пожарные рукава и подготовить их к тушению пожара. Не обошлось без небольших происшествий. Я поспешил, короче, и, получается, телом туда перекинулся, а лицо осталось и стенка, короче, ударился. Челюсть. Затем участников уже в стенах школы ждали творческие состязания, конкурсы агитбригад, представлений команд и стен газет по пожарной тематике. Победители областного этапа вскоре поедут защищать честь Подмосковья на соревнованиях центрального региона и всей России. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.